Нет, уходи, уходи, бей его! Да! Вот это я понимаю. Вот это нормально. С ноги его. Косточки. Это обереги. Это обереги, чтобы злые духи не нападали. Нормально, добрые люди здесь живут, значит. Да блин, в смысле? Оставьте дядю! Да он взяток даже не брал практически! Смотри, какой довольный. Да смотри, какой довольный. Говорит, ну, будет что пожрать, будет что пожрать. Это что за хрень? Иди отсюда! Ты что ты удумал? Вали нахрен! Блин, на тебе, ой, бабки с вилами, это просто какая-то жопа. Ой, народу. Корова, корова. Бешеная корова. Да ладно, неужели? Привет, дорогой друг. Меня зовут Дмитрий, ты на канале Дубровский Плей. А это ремейк Resident Evil 4. Вау, мы его так долго ждали. Мы его наконец-то дождались. Ну что, ты готов к небольшому, но очень интересному приключению? Нас ждет, в общем, какая разница, что нас ждет? Тот, кто играл в оригинал, примерно понимает, тот, кто не играл, такой, как я. Да, прикинь, прикинь, представляешь, что я не играл в оригинал. И поэтому мне, наверное, будет особенно интересно. Если что, я тебя очень прошу, не спойлери, просто пиши что-нибудь в комментариях, но спойлеры не надо, не надо этого, не надо, давай не будем. Итак, я в предвкушении, я ждал, и я наконец дождался, поэтому давай не будем тянуть никого ни за что, а просто начнем основной сюжет. Поехали. Да, новая игра, поехали. Давай, давай обычный, наверное, да? Для тех, кто не играл. Для тех, кто не знаком. Да, давай, наверное. Ну да, я же не играл. Хардкор для знакомых. Нет, давай, обычный. Там посмотрим. Если что, быстро научимся и как хардкорнем с тобой. Как влетим с ноги в эту игру. Но просто будет чума. Так. Ой. Сразу началась жесть. Я сюжет не знаю, поэтому я буду всякую чушь нести, не обижайся. Не надо, не вздумай. Нет, нормальная девчонка. Нет! Ну блин, ну что ж так сразу-то? И все, да? Сейчас какие-нибудь демоны полезут. Капком представляет. 30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Раккун-Сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Амбреллой. Амбреллу помню. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. Забудешь такое? Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Да. Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Коповский пикник. Странные у тебя шутки. Да и сам я. Я тебе раскрою один секрет. Странный. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Нашли? Графика прям классная. Не знаю, как бы. Ну, то есть я видел, конечно, оригинал. Я не играл, но так, обзорно. Ну, прям... Так, ну, вроде прибыли. Ну, вроде да. Зов природы. Пойду отолью.
Ой, зря. Че это? Че не по-русски? Ой, зря, ну куда? Ну зачем? Ну тут же туристы пропадают, а ты... Не говорю. Ты идешь отливать. Все, минус коп. Ладно, один есть, отвезет. Нормально. Блин, музыка кончилась, а меня все еще дергает. Тогда... Не мог около машины встать? Тут пошел. Это кто-нибудь... Ать! И все. Мужик, вернись, пожалуйста. Вернись, ты мне нужен. Не хочет. Что ты будешь с ним делать? Все. Что-то он там не торопится. Провалился. Просрал напарника. Слушай, может, сходишь посмотришь, что с ним? Чу я. Твой напарник, ты иди. Нормальный такой. Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Конечно. Тут же сплошь. Чего сказать. Сплошь инспекторы. Во-во-во-во, блин. Слуги закона. Ага, игра началась. Глава первая. Ой, как плохо камера вертится. Ну-ка, секундочку. Секундочку, подожди. Камера. Мышь. О, да, понятно. Ясно, понятно. Так получше. Так получше. Так, секундочку. Надо чуть-чуть, я думаю, прибавить звук игрушечки. Так, что у нас по звучку вот здесь? Громкость музыки. Ну, давай вот это тоже прибавим. Музыку пока так оставим, посмотрим. Если она будет сильно орать, значит, она будет сильно орать. И ничего с этим не поделаешь. Так, поехали. Поехали. Есть какие-нибудь подсветки, подсказки, что я могу брать, что мне брать не стоит? Бегать могу? Бегать могу. Смотри. Прыгать могу? Стой. Прыгать можешь? Нет. Смотри, прыгать не может. А бегать это нажал и побежал, да? То есть... Подожди, а дальше я опять пешком иду. Ой, а тут нельзя. Так, подожди, а есть как-то этот... Секундочка. Управление. Привязки клавиш. Так, давай посмотрим прям быстро. Бег, shift. Ну, shift, да. А я могу? А я все равно shift. А, ну и ладно. Ну и shift, значит shift. Как бы нет проблем. Так, пойдем. Куда он подевался? Куда он? Да вот именно, блин. Не, нормальные люди, все просто встал, дверку открыл, аккуратненько вдоль дорожки пописал, и все, и нет проблем. А тут вот, блин, знает, что здесь такая жесть творится, нахрена? Фу, что это? А ну. Фу. Давай, колотые раны там. Сколько клыков, сколько зубов было у нападающего. Не ведьмак. Сразу видно, не ведьмак. Ладно. Так, опа, ну-ка присел. Чего? В смысле, почему Е? Ну, в смысле? Надо поменять будет. Напомни мне потом поменять. Не забудешь. Так. Давай быстренько прямо вокруг. Можно бежать? Нет, вокруг нельзя. Ну и ладно. Такая вообще тишина. Тут что-нибудь есть? Тут ничего нет. Ну, пойдем в дом тогда. Пойдем в дом. Демо-версию я смотрел, демо-версию я видел. Сам ленивый не играл, но, так сказать, посмотрел, поглядел. В принципе, это, по-моему, оттуда. Давай. Тук-тук. Кто-то дома есть? Кто в этом страшном домике живет? Так. Сейчас. Я чувствую, мы с тобой нарвемся нормально так. Блин, у меня какая-то странная привычка этого, клептомана. Я сразу хочу все залутать. Наверное, это не совсем правильно. Ну-ка, открой. Так. Опа. Ха! И чё? Так, и чё это такое? Ой, подожди. А чё Space? Space это окей.
Я типа должен был прочитать что-то здесь? Примитивный медальон. Судный день грядет. Ага. Ну окей. Все? Назад. Назад. Получен документ. Опа. А, я снял с него записочку, что ли, или что? Непонятно. Так, больше тут ничего особо нет. А, обстановочка, конечно, такая себе. Я бы тут даже за 2 рубля бы не снял комнату, но ладно. Пойдем. Пойдем посмотрим. Это вряд ли гостиница. Но почему бы нет? Почему бы нет? Ну, судя по костям... Судя по костям, мне... Опа. А, это мы здесь были. Мне ничего хорошего здесь не предвещает обстановочка. Там что? Не туда, наверное, пошел. Блин. Блин, блин, надо было туда, ну, в другую, в левую дверь. В левую дверь. Сейчас здесь что-нибудь нехорошее будет. Зачем? Вот он! Мужик! Уйди отсюда. Вот, давай, туда иди. Там и сиди. Какой, а? Простите, что я без спроса. Да мне кажется, ему все равно. Ты что там варишь? Слышь, это мой друг? Это мент мой? Ну как друг? Бинуаки. Да вон он там уже. Докипает. Ну че ты, че ты? Давай посмотрим. Опа, это наш? Блин, я чуть не помню, как наш выглядел. Ну так вроде похож. Нет, уходи, уходи, бей его! Блин, это я хотел уже драться, эта сцена. А-а-а! Вот это я понимаю. Вот это нормально. С ноги его. У тебя что-то с шейными позвонками. Это наш? Он не по-испански орал, значит не наш. Стоп. Уходила. Ключ забрать. Хорошо, молодец. Что еще есть? Давай посмотрим. Это что? Ну и вонь. Там волосы чьи-то. Да, конечно. Я все понимаю, на безрыбье и человечешка рыба, но, блин, ну не настолько же. Это что? Это кто, кролик? Зайчик? Нет? Походу кролик. А может быть и нет. Это что? А, это на... А можно забрать? Жетон полицейского. Национальная полиция. Марио Фернандес Кастанья. Офицер. Спасибо. Получен документ. Какой я документ все время получаю? Куда я его получаю? Непонятно. Так, вход здесь один, и нам, собственно, наверх. Пойдем. Так, у меня пистик есть? Пистик есть. Подожди. Это что? Это не пистик, это нож. А как пистик взять? Не понял. Ну? А как обратно нож взять? Ой, фига себе, я умею как разворачиваться. Я не знаю, наверное, так было в оригинале. Я, видишь, не очень в этом силен. Ну да ладно. Короче, я думаю, нам подскажут, надеюсь. Если не подскажут, потом буду ковыряться. Опа, ты сам включил фонарик? Ой, смотри, что. Смотри, что. Тряпки какие-то. Ну ладно, пойдем дальше. Косточки. Это обереги. Это обереги, чтобы злые духи не нападали. Нормально, добрые люди здесь живут, значит, по-любому. Так, тут у нас что? Угу. Тихо. Слышь, ты. Ты кого-нибудь видела? Ты мента видела моего? Ну-ка, быстро говори. Быстро говори. Куда пошла? Остановись. Стоять. Тупая крыса. Ладно. Что здесь написано? Сэм... Чё? О. Стоило сфокусироваться, графика улучшилась. Сэмпре. Сэмпре, сэмпре. Так. Тут у нас канистры. А сейчас что-то, мне кажется, будет. Да? Есть кто-нибудь там? Блин, ни хрена не видно. Такие тени здесь хорошие. Ну, в плане, что ни черта не видно, действительно. Ну? Чё? Ой! Вот он. Сходил, блин, отлить. Нормально. Это наш? Похож. Ну, ё-моё. Понял? Чё-чё? Что там у тебя? Всё. Жопец у него там. Да что за херня? Ну, вот так вот. Видишь, местные жители не очень радушны. Так, чё тут? Выберитесь из охотничьего домика. Достать оружие. Подожди. Это достать оружие, стрелять. То есть мне в любом случае надо нажимать правую, а потом левую.
А если я... Да, да, все. Если я просто нажимаю левую, тогда он просто бьет. Так, спокойно, давай посмотрим. Тихо. Тише. Что это? Где? Так, тихо. Давай, идем. Идем, не спеши, не спеши. Медленно, но верно. Медленно, но верно. Мы с тобой придем обязательно. Опа! Мужик! Уходи! Уходи, 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 уходи! Дай! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! Черт, он меня покусал! А как... Подожди, там как-то же можно было драться, нет? Блин. У тебя есть что-нибудь? Блин, прикинь, 4 патрона потерял. 4 патрона потратил. А как я буду дальше? Все, походу, заканчиваем играть. Так. А ну. О, тихо. А, он в темноте сам включает, смотри. Так, туда мне не надо. Пойдем отсюда нахрен, да? Или постреляем? Блин, походу мы не постреляем. Ой, наверх. Ну-ка, секунду. Ну-ка, что там? Забрал. Забрал траву. Все, пошли. Идет. Смотри. А тут что? Ну нахер, пошли отсюда. Давай, открывай дверь. Чё-то демоны всякие за мной шастают. Патроны нужны, патроны, срочно. Как он меня уцапнул-то? Опа. Чё это? Вальдель. Чё-то там лага. Кто это, узнал? Это Кондор-1. Это Ханиган, говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Дочь президента? Так разведка не ошиблась. Супер. Угу. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Давай. С местными что-то случилось. Моих спутников. Опа! Да ё! Ну не надо! Ну слышь, давай! Я ж всех-то не порешаю. Не смею задерживать. Давай, уходи отсюда. Молодец. Бегом. Валим отсюда, валим. Управление надо еще привыкать. Не трать на него патроны. Нам пригодится. Какая рожа, а? Все, пошли отсюда. Так, идите к озеру. Пойдем. Где озеро? Это не озеро? Это не озеро. Такой ветер. Слушай, красиво прям, да? Ну так, мрачно, ну понятно, это же резидент. Но... Что за звук? Так, бочка меченая. Что-то значит будет здесь. Опа! Патроны для пистика. Хорошо. Перезарядиться можно? Да, нормально. Перезарядиться на R — это классика. Это всегда везде так. Так, все, там ничего нет. Пойдем дальше. Печат. Подожди, давай еще. Еще что-то здесь будет, да? Еще патроны. Порох. Крафт! Да-да, мы будем крафтить по-любому. А, это сохранение игры. Сохранение игры и хранилище предметов. Чтобы сохранить игру, воспользуйтесь любой печатной машинкой. Чтобы менять оружие, доступное в вашем снаряжении, воспользуйтесь меню хранилища. Так, ну, сохранить игру. Конечно же. Так, хорошо, дальше что у нас? Хранилище. Это мое хранилище. А, вот, все, я понял. Так, у меня есть пистик, у меня есть нож, у меня есть лечебный спрей. Медицинский раствор в виде спрея, который полностью восстанавливает здоровье. Зеленая трава, которая незначительно восстанавливает запас здоровья. Ага, патроны, порох. Здоровье уже покоцали мне, да? Этот шайтан меня укусил. Так, тихо. Блин, садится на Е. А, я же это не запомню никогда в жизни. Так. Что за звуки-то? Что за звуки, мужики? Фу, пошли отсюда. Не нюхай это, не нюхай. Забирай, что здесь? Патроны, сейчас постреляем, нормально. Блин, так неудобно нажимать, присесть, встать. Пойдем. Неудобно нажимать shift и не держать его, то есть как-то, ну как привык. Нажал shift и побежал. Сейчас я начал сталкиваться с тем, что... Ты чё, злой? Ты чё, слышь? Блин. Опа, ну-ка, давай. На тебе!
Давай, 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 добивай, добивай. А, чё, нет, всё, не надо добивать. На тебе. Ты чё? Ты всё, нет? Вот, 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 вот. А, ножом, 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 ножом. Давай, давай. Ай, хорошо. Хорошо, хорошо, нормально. Никто нас не цапнул, никто не укусил. Патронов. На, блин. Надо мимо нельзя, мимо нельзя стрелять. Прям нельзя. Я чувствую, это может боком выйти сильно. Ой! Сука! Ты чё? Слышь? Чёрт. Блин. И чё, он меня покоцал, да? Ну, ранение есть, нет? Здесь чё? Уа-а-а! Твою мать! Отходи от него! На тебе. Иди сюда. На, блин, давай, давай, дорежь его. Где он там лежит? Ну-ка, дай ему вгрызло. Да чё он мне... Блин, ты чё так медленно его бьёшь? Давай нормально. Сучка, а? Ещё есть кто-нибудь? Педик, блин. Нормально? Прятался. Так, световая граната. Спасибо. Сменить оружие. А это чё? Красная трава? Так, и чё дальше? А чё мне сейчас травой-то делать? Где инвентарь? О, создание предметов. Вы можете создавать предметы, используя ресурсы, порох и ножи. И ножи. Чем больше рецептов вы знаете, тем больше разных предметов можете создать. А что-то у меня нож какой-то покоцанный. Быстрый доступ к оружию. Вы можете настроить быстрый доступ к оружию, выбрав нужное оружие в меню предметы. В меню быстрого доступа можно добавить до 8 единиц оружия, по 2 для каждого из 4 направлений. Вау, класс. Так, осмотреть. Подожди. Ой-ё. Что это значит? Сила, прочность, скорость атаки. Ага, сила так себе. Оружие предназначено для ближнего боя. Леон не расстается с ним с тех пор, как получил его в полицейском участке Raccoon City. Подожди. Свойства. Ой, ну-ка. А что вот это за полоска? Это прочность? А как его чинить? Создать. А-а-а, смесь трав и зелё... Ну давай, у меня уже вроде есть. Опа, смесь трав. Так, хорошо. Использовать. Сейчас использую. Но с другой стороны, если не использую, тоже будет плохо. А как быстрый доступ? Где вот упорядочить автоматически? Ага, спасибо. Переместить. Так, это что такое? Это как раз создание. Важные вещи. Карта. Если вы заблудились, откройте карту, чтобы увидеть свое текущее местоположение и цель. Если у вас есть карта сокровищ, вы также видите, где спрятаны ценности. Спасибо. А, вот документы, собственно. Вот это, вот это, вот это чисто фотопамять. Фотопамять, он запоминает все, что видит. Ладненько. Как наладить быстрый доступ? Что-то я не то сделал, да? А, я вышел. Подожди. А, можно на тап нажимать. Вот. Граната на 2. Хорошо, я понял. Оставляем пистик. А, чтобы мне это, надо прям жрать. Прям жрать, да? Ну, пол жизни. Слушай, ну не знаю. Ну давай попробуем пока. Я не знаю, сколько она восстанавливает. Может быть, она только пол жизни как раз и восстанавливает. Тогда что, собственно, париться-то? Так, пойдем. Дальше, что у нас тут? Открывайте ворота. К вам пришла живая красота. Пока еще живая. Так. Опа. Че это? А че это? А ну-ка. Йо. А, мента нашего жгут! Да блин, в смысле? Оставьте дядю! Да он взяток даже не брал практически! За что вы его? Оставьте! Оставьте в покое! Нет! Нет! Кто-то должен вести меня обратно. Ай. За что его так? Сожгли, за ни за что, ни про что. Смотри, какой довольный. Да смотри, какой довольный. Говорит, будет что пожрать, будет что пожрать. Че, долго мне надо смотреть? Да, ребята. Так себе, конечно, из вас. Каратели. Все? Или что? Наверное, все. А что делать надо? Смотреть дальше? Да вроде нет. Я что-то не хочу к ним идти. Можно как-то это дело? А у меня вообще какие-то задания есть?
Иди к озеру. А озера пока не было, да? О, трава. Хорошо. Трава — это хорошо. О, мать. Блин. Я могу тебя этот? Так. Ну извини, мать, но... Ну такое вот я дерьмо. Песеты, песеты. Песеты получил. Так, раз. Хорошо. Еще песеты. О, у меня уже 600 песетов. Куда я их складываю-то? 600, это 6 сотен песетов. Так, что у нас тут? За угла можно выглянуть? Так, ну одну бабу я зарезал, я уже герой. Дальше что? Тут что? Фонарик-то, блин, есть? Это что? Материалы. Спасибо. Я что-то не хочу пока этот врываться прям вот. По-моему, меня заметили, нет? Ой, мужик! Извини. Тихо-тихо-тихо, давай ему! Давай! А, все, он убит. Тихо. Блин, мимо! Давай! На тебе! И тебе тоже. Опа, назад! Тихо, давай. Блин, ай, ворота есть? Воротов нет! Мать, ты что делаешь? Уходим. Да, восстанавливать здоровье, быстрее. Как? Тихо, использовать. Все нормально. Так, тихо. Ты кто такая? Давай, идем. Давай, беги. Блин. Нет, не трожь меня. А, давай. Посади ему прямо по самой... А. Ты что, ты жива, нет? Я злой, блин. Ты чё? Нет. Давай. Да где пистик-то, ё-моё? Пистолет. Кажется, мы сейчас заново будем проходить. Ты кто такая? Блин. Пошла вон. Ой-о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 й
не-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 не
Твою ж налево, все, затоптали, затоптали, затоптали. Все. Продолжить. Да. Что-то не то я сделал. Блин, слушай, это мне очень неудобно. Я не понимаю, я не знаю, я привык ко всяким уворотам, уклонениям. Вообще ничего не получается. О, да, конечно. Так, что у меня... Подожди, что это вот это такое? Давай так. Ага. Ага. Это бежать. Хорошо. Отпрыгнуть как-то можно вообще, нет? Это что такое? Вот смотри. Это ничего. Правильно? И альт тоже ничего. А что тогда что? Нет? Собака. Ладно, ладно, дубль 2. Ой, не туда. Давай еще раз, подожди. Смотрим. Давай. Ну, мужичок. Давай. Всего хорошего. Передавай привет Вальгале. Ай, ай. Ай, собаки, ай, что ж вы делаете-то? Ну кто ж так посвящает-то в члена деревни? Блин, 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 блин. Так, а, смотри, вон какое-то окно есть. Я могу туда залезть? Смотри, допустим. Меня не заметят? А, мне нужен... Ой! Да... Черт, уходим, уходим, уходим. Да что ж такое-то? Бежим, 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 бежим. Блин, как он медленно бегает. Как он медленно бегает. Не надо. Да что? Ой, тише. Мать. А, на тебе, блин. Все, валим, 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 валим. Песеты, песеты забрал. Все, уходим, 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 уходим. Вот, дверь, 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 дверь. Ага, ага, ага. Да, 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 давай, 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 давай. Так вот его. Все. Есть. Что? Что? Что у нас тут? Ой, блин. Это что за хрень?
Иди отсюда! Ты что ты удумал? Вали нахрен! Какая шутка! Твою мать! Давай, 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 давай! Давай, задвигай, 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 задвигай! Давай! Черт, 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 черт! Это что такое? Так, ломай, ломай! Материалы! Да какие нахрен материалы? Дайте патроны! Патронов нет. О, лечебный настой. Хорошо, под патроны. Все, поехали. Уходим, 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 уходим. Давай наверх, 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 наверх. Валим, 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 валим. Это что такое? О! Хорошо. Так, стой, это на какую букву? Блин, граната! Так, ну-ка, 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 пошел, пошел, пошел. Ты че так? Ой, валим, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Так, бежать, 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 бежать. Блин, какой ты медленный, господи. Так, все, уходим, уходим, куда не знаю, просто уходи, просто уходи, просто убегай. Просто видишь дырку, беги в дырку, не видишь дырку, тоже беги. О, не-не-не-не-не-не-не-не, ребятки. Так, ты кто такой? На тебе. На, блин, на. На, на. Все, валим, пошли отсюда. Счет. Ай, зажали, зажали, зажали. Твою ж налево. Не-н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 е
нет, вот, вот, все, пошли, 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 уходим, уходим, уходим. А, жесть. Жесть. Чё, что ж вас так много-то? На тебе. Ага. И раз. Тихо, тихо, тихо. Ай, все, зажали, 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 зажали демоны, а. Так, уходим. Так, блин. Ай. Твари. Чего их так много? Туда можно? Ай. Тупик, тупик. Давай. Ай, да уходи ты от меня, слышь. Не надо, не надо, не надо, не надо. Уходим, 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 уходим. Дай, дай, дай. Бабка, бабка, дай пройду, бабка. Да тихо ты. Где это? Блин, тихо, спокойно. Использовать. Дай пройду. Освободиться, освободиться. Ай, нет. Что-то не то. Что-то пошло не так. Так, хорошо, давай так. В дом мы побежали, это классно, это правильно, это здорово, но... Но, блин. А дальше что? Ну вот я выбежал такой из дома. Так, надо сразу брать патроны, сразу брать лечилку. Жесть. Они просто зажали меня. Некуда было бежать. Нужно было карту, что ли, изучить, я не знаю. Так, охренеть, хорошо. Так, вот этот дом, да, вот сюда мы забегаем. Тин-тин-тин-тин-тин, потом выходим. Ё, просто это ж ни хрена ж непонятно. Так, хорошо, смотри. А, я здесь не могу забраться. Потому что не могу и все. Просто потому что не могу и все. Так, пойдем бабку вот эту завалим. В любом случае будет проще. Тише, тише ты. Ай, не на ту кнопку нажимаю, присесть. Так, бабуля, извини, но... Все. Блин, реально нож... Нож ломается. Писеты, да-да, писеты. Да, блин, я все время хочу на Ctrl присесть. Так. Подожди-ка. А сколько их тут? Они конечные вообще или нет? Опа. А у меня нет ключа. Так, хорошо, я зашел в какой-то дом. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но я зашел. Ну давай, шустрее ходи. А тут больше ничего нету. Только этот комод и все. Сучка, а? Давай, 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 давай. На тебе. На. Давай и раз. Все, попробуем вот так вот играть. Тихо. На тебе. Ага, ага, ай. Что ж, как ты меня взял-то, я не понимаю, а? Вот так.
давай, 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 давай. Ой, хорошо. Вот так тебе. И, ай, хорошо. Еще кто? Еще кто? Ты что ли? Да сейчас. Так. На тебе, на тебе. Перезарядиться, перезарядиться. Перезарядись, пожалуйста. Так. Ага. Да мать, уйди нахрен отсюда. Освободиться, освободиться, освободиться. Вот так вот. И вот так. Давай, давай. А, стоп, у нее. А. Блин, 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 блин. Так, быстро, быстро. Использовать, использовать, использовать. Хорошо. Да чё вас столько набежало-то? Уйди, 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 уйди отсюда. О, блин. Давай, 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 давай. Валим, 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 валим. Так, вот сюда нам. Нам сюда, нам сюда, нам сюда. Не надо мне вот этого вот, пожалуйста. Я их что-то убиваю, убиваю. Им вообще пофиг. Они просто валят и валят, валят и валят. Какая-то жесть. Так, ладно, пропустить сцену. Это мы уже все видели с тобой. Так, давай, задвигаем. Давай, 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 давай. Так, хорошо, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, это забираем. Это. Давай, 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 забираем, забираем. Все, пошли наверх. Давай, 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 давай. Перезаряжайся, пожалуйста, перезаряжайся. Забери. Да, хорошо. Так, хорошо. Ручную гранату взял. Молодец. Идем, 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 идем. Сваливай. Так, хорошо. Все, держимся. И. Раз. Два. Нахер, 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 нахер. О, уходим, 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 уходим. Блин, куда идти? Куда идти? Непонятно, вокруг костра бегать не вариант. О, хо-хо-хо-хонюшки, вы мои хо-хонюшки. Не надо ком... Ой, ты-то чё? Так, все, пистолет, пистолет, доставай пистолет. Пошли, пошли, пошли. Блин, 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 блин. Нет, 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 опять тупик, что ли? Опять тупик, блин. А-а-а. И он не перелезет, да? Да, да, твою ж мать. Нет, 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 нет. Ну почему он не перелезает? Я чувствую, я буду долго в эту игру играть. Она мне очень нравится. Она просто прекрасна. Но я что-то куда-то не туда побежал. Как его вообще завалить? Можно, нет? Что за бред? Мне кажется, я... Да, да. Ладно, ладно. Так, все. Просто надо собраться. Надо просто собраться и все. И не париться абсолютно. Так, надо забрать там зеленую траву, но у меня все равно нет красной, чтобы скрафтить. Пойдем, 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 пойдем. Так, это забираем. Я не знаю, есть ли смысл вообще эту бабку валить, потому что она... Курица на нее напрыгнула, видал? Потому что, мне кажется, тут столько народу, их всех просто не перевалить. Самое главное, мне не очень понятно. Ну все, забирай. Так, тут что-то... Что тут, подожди. А, о, порох теперь. А были писеты. Так, 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 так. Сюда я заходил тогда, да? По-моему, заходил. И ничего полезного. Тут были материалы. Ну, сейчас тут, видишь, по-разному всегда. Опять писеты. А чё мне толку от этих писетов, если я дохну, как скотина? Пошли отсюда. Где? Вот, вот она, да? Вот дверь. Сюда идем. Все, отбейтесь от врагов. Отстань от меня. Давай, 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 давай. Пропускаем сцену. Опа, давай. И раз. Блин, надо понять, куда бежать. Потому что я что-то вообще не понимаю, куда бежать. Абсолютно непонятно. Так, это забираем, это забираем. В принципе, если я не попадаюсь под этого с бензопилой, то нормально. Мне главное от этого убегать. Потому что лечиться я могу. Так, граната, граната, граната. Ага, ага, ага. Ты чё? Слышь, ты чё делаешь? Да, господи, откуда их так столько много-то уже? Пошли отсюда в нахрен. Так, забираем, забираем, забираем. Рубин. Уходи, 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 уходи. Так. Все, уходим, уходим, уходим. Да уходи. А, уходи, блин. А. Тихо, 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 тихо. Не, най, да ж как же ты меня достал-то, а? Так, я сюда убегал. Блин, ай, опять сейчас... Тут тупик тоже, да? Тупик? Нет? Ну-ка, подожди. Быстро использовать. Граната на 4. И... Раз.
Все, ребят, до свидания. Да ты, блин, меня даже достало. Ну все, забирай. Побежали, 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 побежали. Ой, какой он медленный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все, здесь уходим, здесь уходим, здесь уходим. Перезарядись, пожалуйста. Так, там мы были. Ага, идем сюда, значит. Так, дед, на. Ага, 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 ага. На. Все, уходим дальше, уходим дальше. Ты меня не трогай, бабулечка, не надо. Так, раз, идем, 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 идем. А так, хорошо. И раз, ты че, блин, давай, отдыхай. Все, пошли, 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 перезаряжаемся. Так, ну, ты быстрее перезаряжайся. Пошли, 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 пошли. А так, хорошо. На тебе, на тебе. Все, не знаю, не знаю. Пошли, 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 пошли. Уходим, 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 уходим. Так, три, дробовик. Есть. Бежим, бежим! Да что ж ты, господи! Блин, не те кнопки все время нажимаю. Так, пять патронов, пять патронов. Хорошо. Раз, два. Где этот петух, блин, с бензопилой? Да не трогай меня, бать, мать, не трогай. Зачем я тебе сдался, а? Так, раз, два, ага, три. Ага, все, уходим, уходим. Ой, блин, откуда вы тут взялись-то? Блин, пистолет, возьми пистолет. Тихо. Давай, 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 давай. Ой, все, 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 уходим, 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 уходим. Так, 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 что делать, что делать, что делать? Они не кончаются, они просто не кончаются. На. Дальше, 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 двигаемся, 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 двигаться. Главное двигаться. Главное не останавливаться. Патроны пока есть, но их очень-очень мало. Блин, тихо, не надо, все. Нет! Да уйди нахер! Ты чё, больная, что ли? Блин, на тебе. Ой, бабки с вилами, это просто какая-то жопа. Все, 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 уходим. Перезаряжаемся, перезаряжаемся. Перезарядись, я тебе говорю. Так, подожди, на всякий случай я просто использую, чтобы если что, то вот знаешь, да, что, ну как оно бывает. Не успел, не перезарядился. А, нет, 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 нет! Твою мать, да как он меня обошел? Как он понял-то, что надо обойти? Фу, таким быть. Жесть. Надо побеждать, надо побеждать. Нельзя, нельзя проигрывать. Нельзя, 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 нельзя. Ай, сука, нет. Все, все, отступаем, отступаем. И... блин, мышь, 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 мышь не поворачивается. Ой, народу. Корова, корова. Бешеная корова. А, так, бежим, бежим, бежим. А, все, он все. Так, что у нас тут? Мать не надо, мать не надо, мать тоже не надо. Да и хватит меня стрелять, ты петушара. Так, опа, что такое? Что это значит? Нормально? Все? Да ладно, неужели? Серьезно? Вот сам такой. Идите отсюда. Людоеды сраные. Вот когда людям не завезли пайку, да? Все, сразу. Сразу на встречных кидаются. Ты не можешь. Вот тот у вас туристы и пропадают, конечно. А зачем здесь туристы вообще нужны? А кто звонит в колокол? Сам? Нормально он такой самоуверенный? А если колокол перестанет звонить, и они снова кинутся на меня? Они там живут, да? Под замком? Ни хрена непонятно. Мне даже радостно, что я не знаю сюжет игры, потому что вообще в душе не отдупляю, что происходит. Ну, корпорация Umbrella, это я знаю, я фильм-то смотрел. Вот, в принципе, понятно. Все эти вирусы, шмирусы. Короче, ладно. Не буду постоянно говорить, что я не играл в оригинал, не играл в другие игры серии, и вообще у меня все впереди, вот это самое главное. В кино, что ли? Кино, что ли? Да, кино, вот именно. С Милой Йовович. Resident Evil 4 Remake. Нормально, нормально. Так, слышь, давай-ка соберем. Кондор 1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ага. ней начинается тропа. Ща, погодь, смотри, сколько тут валяется у меня всего. Понял. Ты можешь быстрее идти? Коричневое куриное яйцо. Будь спасибо. Осторожен. Отбой. Все, давай. Я тут, в принципе, их нормально так настрелял-то.
Я не знаю, нужно было продержаться по времени или по количеству убитых. Если по количеству убитых, то я так нормально настрелял, реально. Это что? Ну, у меня нету человечка второго. Вот, нормально настрелял. Мне кажется, вот в очередной раз, какая-то была третья или четвертая попытка, уже прям все пошло хорошо, и важно было просто этому с бензопилой не попадаться. По-моему, он просто бессмертный. Вот. В остальном получилось здраво. Я прям, ну вон, смотри, сколько валяется лута. Это значит, все трупы. Мы О, смотри. Ай, ну прям не могу, сколько всего. Ой, добраться сколько. Нормально. Так, это что? Ну-ка, посмотри. Давай заберем. Ага, писеты. 5000 почти уже писетов. Куда их девать? Писет, сколько писетов. Ладно. Двигаемся. Что это такое? Подожди. Секундочку. А вот, кстати, сюда можно зайти? Черт. Открой! Бам-бам-бам-бам. Подожди-ка. Там, это же здесь, правильно? Вот, где у нас карта? Почему карта на В? Закрыто. Лаз в стене. А, ну да. А, ну это вот, нужен человечек еще один. Я понял. Хорошо. Так, дорога к озеру. Где? Охотничий домик, это мы были в начале. Печатная машинка, тоже понятно. Ёксель-моксель. О-о-о, это, конечно, далековато. Ну ладно, что делать? Ничего не поделаешь. Так, здесь я все забрал. Здесь что-то надо еще забрать. Материалы. У меня место-то есть вообще? Дробаш, смотри, сколько места занимает. А это что, у меня еще место есть? Куриные яйца. А что с ними делать? Можно использовать... пожрать можно. Хорошо. Материалы. Нормально. Так. Джин-джин-джин-джин-джин. Все, вроде больше ничего нет. Это куда? Сейчас ни на кого не нарвусь, я надеюсь. Они же все ушли туда куда-то. О! А ты говоришь, зачем ходить по домам лутаться? Да тут же вон сколько всякого непонятного. Вот ручная граната еще одна, пожалуйста. Можно взрывать. Так, сюда можно выйти? Да. Так. Видишь еще, в чем была проблема? Я в самом начале пытался... Вернее, не пытался вообще проанализировать, как устроена местность. Так, сюда не надо. Сюда эти чуваки зашли. Как устроена местность, и я просто забегал в тупики. Просто в тупики. Может быть, кстати, можно было бы вот сюда как-нибудь спрятаться. Не знаю. Не ясно, непонятно. Зеленая трава еще, пожалуйста. Сука! Зачем так делать? Фу, так делать. Прям нельзя. Так, ладно, курятинка там. Так, все, я надеюсь, да? Основное такое. Тут я вышел. Все, пойдем. Нас ждут великие дела. У озера где-то. Это что? А, ну тут... А, не, подожди, вот смотри, еще зеленая трава. Нормально. Слушай, ну я хочу сказать, я не знаю, будет ли у меня расти здоровье, но зеленая трава плюс красная трава очень хорошо себя зарекомендовали. Прям я так нормально получил здоровье. Было здорово. Такой вот каламбурчик. А где выход-то? Подожди. Да, вот сюда, правильно? Вот это? Да. Вот. Если помечено желтым, можно ломать. Там что-нибудь будет. Оп. И такое. Еще рубин. А куда мне их девать-то? Будет магазинчик ювелирный? А в вашем магазинчике ювелирные ценности принимают? Сделаем. Драгоценности, говорится, принимают. Ладно, так. Все, мой клиптоман доволен. Выходим. Ой. Нормально. Так, мне бы машинку пишущую, на самом деле. Было бы вообще не... Не лишним. А эти тоже все того, да? То есть со мной никто дружить, в принципе, не будет. Или что? Просто надо ли мне их стрелять, или, может быть, так обойдется? А вот машинка. Наверное, так не обойдется. Как бы мне этого не хотелось, но, наверное, так не обойдется. Ладно. Храни, пожалуйста, игру. Вот. Хорошо. Ну что? Вот, давай под этот говор. Мы с тобой, наверное, и закончим. В общем, было люто. Я в какой-то момент пригорел и думал, что все,
Все, эта игра не для меня, я ее не пройду никогда в жизни, потому что, ну как это можно вообще? Они просто со всех сторон зажимают, на вилы сажают, бензопилами протыкают. Но стоило подсобраться немножко так, собрать в себя весь негатив, все страхи и переживания. И получилось, просто надо было выстроить определенную схему бегства, схему забега. И вовремя их отстреливать, кто нападает. Патронов хватило, все было нормально. Короче, мне нравится. Я как человек, который не был никогда фанатом Resident Evil, возможно, потихонечку им становлюсь. Посмотрим. Вот, в общем, было круто. Спасибо тебе за внимание. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, заходи в Телеграм, ВКонтакте и везде, где сможешь меня найти. До скорой встречи, друг. Пока.